Всем привет! Сегодня на тесте у нас такой маленький китайский фонарик с диодом, простите, Т5. Совсем миниатюрный, то есть вот сравнение палец указательный. Вот такой вот фонарик. Где его можно использовать? Его можно использовать в городе, в принципе. Он совершенно спокойно помещается на ремне. Здесь такая клипса у него. Очень, кстати, надежная металлическая клипса, чтобы она сломалась, я не знаю, что с ней надо сделать. Видимо, ломать ее специально туда, оттягивать или что-то такое. Сейчас посмотрим, как он светит. Собственно говоря, тут много о чем говорить не приходится с этим фонариком. Работает он от пальчиковой батарейки, что его выгодно отличает, но, тем не менее, светит он, прям скажем, не так, как светит мой сейчас налобный фонарь. Вот он, наш обычный пальчик. И так. Закрыли. Сейчас выключу свой налобник и посветим им. Не выключая камеру. Выключаем налобный фонарь и включаем вот этот маленький фонарик. Как он светит? А светит он совсем неубедительно на камеру. В принципе, света сейчас не хватает, здорово. Прям это отчетливо видно. Давайте направим на землю такое тусклое пятно. Когда мы увеличиваем фокус, получается такое. Ребят, здесь дальность видения с данным фонариком метров 10 достигает вот в такой фокусировке. Когда я ее свожу в точку, вот так вот, дальность увеличивается до 20 метров. Ждать чего-то большего от этого фонаря нельзя. Сейчас я включаю для сравнения свой налобник. Вот сейчас светит мой налобный фонарь. Вот так вот он светит. Сейчас настроил фокус. Давайте попробую еще раз включить этот. Ну вот он включен. То есть разница видна здорово. Эти фонарики практически нельзя сравнивать. Ничего не видно. Вот это пятнышко на расстоянии 3 метров находится. И вот мы вот так дальше уводим. И вот вы уже практически ничего не видите. Ну, то есть, конечно, фотоаппарат не все передает. Тут фигуру человека на 20 метров рассмотреть можно, но очень тускло. Очень. То есть фонарик слабенький, реально слабенький.